На полях Приднестровья идет уборка овощей. Картофель, лук, помидоры поставляют на местный рынок. Вывозить их за пределы невыгодно. А в самой республике есть потребность в перерабатывающих производствах. Наша съемочная группа посетила одно из хозяйств и узнала, с какими трудностями сталкиваются приднестровские аграрии. На этих полях вот уже второй месяц убирают картофель, собирают ранние сорта. Чтобы получить хороший урожай, семена завезли из Европы. Это известные сорта картофеля голландской селекции. Урожайность в этом году чуть поменьше, так как поздняя посадка из-за дождей весной. Ну, урожайность в пределах 25 тонн. Приднестровье обеспечивает себя картофелем лишь на 12% от необходимого. Такие цифры приводят в Министерстве сельского хозяйства. В основном эти овощи завозят из Украины и Молдовы. В прошлом году даже из Румынии, где цена на картошку значительно упала. Картофель этого хозяйства поставляют только на местный рынок. Поставляем продукцию на госучреждения, работаем и с супермаркетами «Шериф». Розничная реализация у нас тоже есть. Ну, в основном столовый, общепит. Развозим сами продукцию. У нас своя доставка. Холодильник построили в прошлом году. Нам уже легче чуть-чуть, потому что логистика чуть упрощена. Сейчас здесь убирают лук. В этом году он немного хуже, чем в прошлом, говорит агроном. Из-за жаркой погоды было много вредителей. Зато радует хороший урожай помидоров. Убираем еще томаты, перец. Томаты урожай хороший, только пока мы еще не собрали все, поле красное, убирать некуда, продавать столько. Помидоры, кроме как на местный рынок, поставлять практически некуда. Вывозить за пределы республики наши овощи невыгодно. Доставка обходится в 10 центов за 1 килограмм. Плюс другие платежи делают приднестровскую продукцию неконкурентоспособной. Поэтому, говорит агроном, Приднестровье нуждается в новых перерабатывающих предприятиях. Александр Лагутин и Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал.